Здравствуйте, с вами Смитская Милана. Давайте сегодня с вами рассмотрим вот такой интересный узор. Вот так узор смотрится с лицевой стороны, вот так с изнаночной, вот так, если вязать сверху, низ, да. На данный узор нужно набрать такое количество петель, чтобы было кратно 7. У меня 21 петля, то есть вот в данном образце у меня кромочные вошли в раппорт узора. Если же вы не хотите так вязать, то наберете 21 петлю плюс 2 кромочные. У меня без кромочных. Смотрите, я специально связала на контрасте, чтобы было видно данный узор. Первый ряд мы вяжем изнаночными петлями, то есть набрали 21 петлю и вяжем изнаночными петлями. Второй ряд. Смотрите, можем провязывать, можем снимать, так как у нас эти кромочные вошли в узор, то есть раппорт узора 7 петель. Второй ряд. Первая петля лицевая, вторую снимаем, не провязывая нить за работой. 4 лицевые, 1 2 3 4, снова петлю снимаем, не провязывая нить за работой, и просто 1 лицевая, разделяющая наши раппорты, да, раппорт узора. Лицевая, снова петелечку снимаем, не провязывая нить за работой, и после этой снятой петли 4 лицевые, 1 2 3 4, снова петелечку снимаем, не провязывая нить за работой, после этой снятой 1 лицевая. После вот одной разделительной лицевой снова снимаем 1 петлю, нить за работой, и 4 лицевые, 2 3 4, и петлю снимаем, нить за работой, и последнюю провязываем 1 лицевой. Это мы провязали с вами второй ряд. Третий ряд. Можем снять эту петлю, а можем ее провязать 1 изнаночной. 1 изнаночная, следующую петлю снова снимаем, теперь нить перед работой, то есть в предыдущем ряду мы ее снимали, и снова снимаем эту петлю, чтобы она впоследствии у нас получилась вытянутая. Далее 4 изнаночных, 2 3 4, снова петелечку снимаем, нить за работой, то есть вы видите, мы уже снимали, да, в предыдущем ряду. 1 изнаночная, разделяющая вот эти снятые петли, снова снимаем петлю, не провязывая нить за работой, 4 изнаночные, 2 3 4, снимаем петлю, не провязывая нить перед работой, 1 изнаночная, снова снимаем петлю, нить перед работой, 1 2 3 4, 4 изнаночных, снимаем петлю, нить перед работой, и кромочную провязываем.
Четвертый ряд, смотрите. Провязываем первую петлю, так как мы решили, что она у нас входит в раппорт. Первая лицевая. А вот эту петелечку, которую мы два раза снимали, снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой. Вот смотрите, две следующих лицевых провязываем двумя лицевыми. Вот раз, два. Возвращаем вот эту снятую петлю, вытянутую, на левую спицу, провязываем одной изнаночной. Вот эта петля, она у нас вытянутая получается. Далее следующие две лицевые снимаем, оставляем за работой, провязываем вот эту вытянутую петлю одной лицевой, затем возвращаем вот эти две петельки на левую спицу, провязываем раз, два. Вот что у нас получается. И далее вот эта вот лицевая, которая у нас разделяла снятые петли. Вот мы ее провязали. Далее снова вот эта петля вытянутая. Снимаем ее на дополнительную спицу и провязываем две следующие. Раз, два, две петли с левой спицы. Возвращаем вот эту с дополнительной спицы петлю, провязываем ее лицевой. Смотрите, старайтесь, чтобы эта петля не была вот перекрученная никак, а вот чтобы, когда вы провяжете, она была вот такая вот красивая наискосок, да? Далее снова две петли лицевые снимаем, оставляем их за работой, а вот эту вытянутую провязываем, возвращаем, провязываем две петли лицевыми. Вот что у нас получается. Снова вот эту лицевую, которая разделяла наши снятые петли, провязываем лицевой. И далее смотрите, снова у нас петля вытянутая. Тут все будет понятно. Мы снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой, две лицевые, и петля с дополнительной спицы возвращается на левую спицу, и не перекручивая ее, провязываем вот так красиво лицевой петлей. Снова две следующие лицевые снимаем, но уже оставляем за работой, и провязываем вот эту лицевую, которая была вытянутая у нас, лицевой петлей, и возвращаем вот эти две петелечки на левую спицу, провязываем двумя лицевыми и кромочная. Хотите лицевой, хотите изнаночной, эту последнюю петлю провязываете. Вот что у нас получается. То есть данный узор состоит всего лишь из четырех рядов. Смотрится очень эффектно. Вязать вот можете фантазировать и применять там, где понравится вам данный узор. Смотрите, еще раз повторю, что раппорт узора составляет 7 петель. Здесь мы провязали с вами без кромочных. Если вы 21 петля, если вы пожелаете не заморачиваться, а чтобы вот 3 раппорта у нас, да, получается по 7 петель, это 21 петля, и прибавите еще 2 кромочные, то есть тогда у вас будет 23 петли. Главное понять принцип, как вяжется данный узор. А узор этот вяжется очень легко. Я вам рекомендую. Вот, и свитер очень такой оригинальный получится. Узор достаточно плотный. Свитер, детские вещи, снуд, шапка. В общем, фантазируйте, применяйте там, где понравится вам этот узор. Надеюсь, это видео было понятным и полезным. Спасибо за внимание. До новых встреч!